Лики, с каждым разом все, что у вас поднимается, вы будете уже знать, как выходить. Ко'тарилган сар, borgan sar siz bilishni boshlaysiz qanday chiqish kerakligini. С каждым разом borgan sar вы начнете использовать вот эту творческую силу, да, ген Бога. Ко'тарилган сар siz bu yaratishga oid kuchingizni, qudratingizni ishlatishni boshlaysiz, ya'ni yaratuvchi genin. Все аспекты, характеристики любви, харбор характеристика сергина, аспект лары, да, вот этой радости, как мы активизируем вас, да, создать активляшторлам с форсанчелики. Все аспекты счастья, бахты, да, аспекты смеха, да, божественного мукада, скульги, куванч, аспект лар, они будут работать уже. И вы будете запускать осознанно их. Сез омнира устоленшки чешерши баштисис. Прочувствовали, да? То есть вы станете полноценным творцом своей жизни, я не сыс, ози захает изда, то ла конли яратуча, боля сыски, то вы будете менять любую ситуацию. Ихтиори вазиятте, яша ботоля сыс, озгиятарша башли сыс. Вот, прочувствовали, да, хасталис. То есть, дело в этом. Но, я псанда, леки, с каждым разом, когда мы покидаем измерение человеческого сознания, борген зара, инсон онги ульчамляр, таркетер, ваткем пайтта, ваши ситуации будут на платформе света происходить. Созывать и отдарить на платформу, да? Содру больше вошли, не на человеческом уровне. Инсон онги дамас. То есть вам не надо будет бороться уже. Соз уже курашчиски рейбомиды. Вам не надо будет рыдать. Бакрап яглашчиски рейбомиды. Вам не надо будет умолять. Кингедур яльнашчиски рейбомиды. Вы просто будете создавать ту ситуацию, которую хотите прожить. Сыз фақаткина яшап откис кеваткен вазиятты яратшес керебуля. Поэтому мы на этих платформах работаем. Сегодня очень шу платформа для дэйшла вам прочувствовали, да? Поэтому очень важно, когда вы видите какого-то мастера, когда вы занимаетесь с этим мастером, да? Брарбар охтучис боса, муравейс боса, мастер боса. Очень важно, чтобы с каждым годом глаза мастера все больше и больше блестели. Хар и ель маель мастер козлар борген сары ялкара баршкири. Чтобы с каждым годом мастер только лучше выглядел. Ель маель мастер факат яхи подничта баршкири. С каждым годом мастер должен издавать счастье, свет больше и больше. Хар еле. Уже с истанлеги мастера бахтва нур энергия ларны купрох ва купрох таратши башашкири. Вот это означает, что значит правильно идет работа. Демик мастер озабленан торлишта ваттиген. Когда это периодически меняется состояние мастера, малым барпайта холата озгерса мастер из холата, да? Это естественно, бутаби, потому что идет переход от иштаура болят. Но это если постоянно, а гербудой мирибуса, например, в течение года ничего не меняется, да? Брильдаум, да, хищнар соус гермиату. Тогда, да, тогда нужно уже вам менять этого мастера, другому мастеру с гербишкей болят. То есть, ну, это я так училась, машинда окагема, я на своих учителей так смотрела, узумухту челярнге машинда фарагена. Сейчас я быстренько проверю диктофон и микрофон. Все работает, да? Угу, работает. Так. Теперь. Сегодня мы работаем с вами. Бугун бэс слаблян шлигмас. Вообще с весом. Вообще вазан бля умому агенда. То есть подлинный вес, асаль вазн. Не достает вам, не хватает вам, или вам кажется, что у вас есть лишний вес, да? Сгиет шмяттам, йоки, наоборот, ортхчте ворна, да? Это не имеет значения, буна хич орна йок. Алокас йок. Мы просто будем работать с подлинным весом, асаль вазн бленшлимс. С подлинным весом мы еще на втором курсе будем работать. Халикинч курсе мишим с асалвазом, потому что это немножко долгая работа. Бу зохыщ. Но весь ответ
подлинном весе, асль вазындеги бутун джавап, в то, шундаки, что вот когда вы не хотите заставлять себя спортом заниматься, когда вы не хотите диету делать, да, вот ответ там. Мажбурлап спорт шоу кагискемиды, ва диета кагискемиды ку? Вот джавап шунда. Вот это правильно, шутовр. Мы сегодня будем начинать этот урок с бугун в дарсы башлимас. На втором курсе мы будем углубляться. И кинч курсы без чукурляшамс.